Лежит штурман в отпуске на диванчике или ставит программы на телевидении. Вокруг крутится жена, и как-то бывает у 99,5% моряков после месяца нахождения милого дома, мягко говоря, пилит. Ну что ты, блядь, разлегся, как ленивый толстый кот? Посмотри нахуй на своих друганов. Вон у Светки, ее электрик, всю проводку дома и в подъезде починил, лампочки повставлял, все сверкает. А у Маринки ее судомеханик все трумы поменял, краны починил, ни одной протечки нигде нет. Ну займись хоть ты своим делом, ну хоть что-нибудь. Он говорит, ох, ну ладно, свари мне кофе и дай бинокль, пойду что ли на балкон. Блять, поработаю.